сейчас в Грузии. Сегодня последний день нашего умного тренинга, и это было круто. Девчонки, вот соберетесь, едьте. Как всегда это бывает с Еленой, ты едешь за одним, а получаешь намного больше. И вот, ощущение счастья, ощущение наполненности, ощущение свободы, легкости и вот ощущение себя как женщины, это ну, просто неповторимо, и это то, что хочется потом сохранить. Самым ярким, наверное, было наши практики на полнолуние, потому что это было для меня новое, это был новый опыт, и это было очень наполнено смыслом для меня. Эффект клёвый. Да, он непростой, но он клёвый. И когда ты уезжаешь не только с ощущениями от прекрасного места, но и от ощущения клёвой компании, женского круга, и от ощущения, что ты взял для себя, и ты понимаешь, что нужно делать дальше, это вот, ну, дорогого стоит. Именно за этим и стоит ехать.